Хей, йога, с вами Шимики, мы продолжаем пройти игру под названием Ори. Так, я, короче, решил все-таки вернуться, так сказать, в централку для того, чтобы поговорить со всеми животными и прикупить что-то. Здравствуй, дух, я слышал о твоей подруге, мне очень жаль. Нынче все идет не так, надеюсь, она поправится, когда свет вновь станет целым. Мы, горлеки, когда-то укрыли огонек того света на моей родине, что далеко на востоке. Над холмами возвышаются шпили наших трений, а потом ветер и песок сравнял все с землей. Если пойдешь туда, береги себя. Тяжелое это место. О, новые слухи. Говорят, у тебя получилось добраться аж до самого рая. Да. Колючек там раньше было поменьше, но все-таки светлые озера сумели противостоять упадку. Вот бы там побывать, но у меня здесь много работы. Покой нам только снится. Так, смотрите, что мы можем сделать. В принципе, могу сразу растительность, последний штрих. Моки так правы. Строитель сетап так создать. Давайте, короче, вот это вкачай и шипы уберу. Отлично, прямо сейчас и начну. И чё? Вот так намного лучше. А всего-то надо было здесь все украсить. Я просто это украсил, серьезно. Отлично, прямо сейчас и начну. А там, если что, есть у нас места, куда можно проникнуть. А если бы я домики сделал, я бы мог бы еще на крыше залазить в здании. Больше никаких колючек. Родниковые поля с каждым днем все краще. А у меня больше нету, сорян. У меня больше нету. Так, мы идем сейчас на левую сторону. Здесь все изучаем. Давайте, наверное. А ты паука боишься? А вот ни разу их не видел. Но как только увижу, сразу забоюсь. Говорят, пауки водятся в заросшихся недрах. Их там много. Хорошо, что и их оттуда не выпускают, каменный хранитель. В тихом лесу теперь небезопасно, земля там скверная. И небо. Потому я и отправился в путь, на поиски лучшего места. Думаешь... Горли Гром построит нам дом? А, точно, он же говорил... Здорово. Мои покупатели шепчут твоей подружке. Говорят, что ты пытаешься ее спасти, Когда-то у меня была подруга, а потом осталось лишь сверкающие осколки. О, да, твоя сила восхищает. Я и запомнил, как тебя зовут, Ори. Давайте посмотрим, если покупать... Ну, блин, я не вижу тут смысла, я, типа, могу это все скупить, у меня кэш позволяет. Так, я много узнал, много потерял, но найти новые осколки очень легко. Бывающие вещи, которые там просто не заменить. Сразу давайте я вкачаю урон, как я и говорил. И сразу я уменьшу урон. Проходящий по мне. От ближнего боя. Ну, не факт, что я буду ее использовать, но... Не, Гоя этот. Есть одно место, там ты научишься извлекать из своих осколков все возможное. Оно находится в роднике. Это старинное святилище для духов. Говорят, что в старину духи использовали сразу много осколков. Возможно, получится и у тебя. А вот за вот этого святилища, видите, теперь я могу. Ладно, давай я осколки куплю. Пускай они будут у меня просто валяться. Хотя, по-моему, урон это тоже летающим врагам. Вы получаете на 100 больше урона.
Ладно. Пускай просто мне это будет. Благодарю за финансовую поддержку. Так, улучшить. А, давайте я еще, наверное, шипы улучшу. Да, потому что. Хотя подожди. А я насекомых не могу улучшить. Ладно. Благодарю за финансовую поддержку. А, здравствуй. Я пришел из Топи, чтобы полюбоваться на родниковые поля. Здесь и вправду красиво, но очень-очень светло. В Топи солнце так это было. Ему шляпа нужна. Так, здесь я тоже был. Блин, а я так, слышите, пальцы себе сломаю. Не, серьезно. Ну, в принципе, знаете, что можно сделать? Смотрите. Бля, ладно, проебался. Ладно, погнали вниз. Мы открыли с вами междорогу. Ты дух? Духи ведь помогают другим, да? А у меня тут проблема. А, мой желудь провалился в дыру. Это подарок от моей особенной Моки. Я бы его достал, но дыра очень тесная. И в ней очень темно. Можешь с нужными инструментами. А, дыру можно расширить. Путь во тьме. Новые побочные задания. Проберите в пещеру и найдите там вещи, которые вам нам необходимы. Окей, моки. О, там что есть? Стоять. Кэшик. А, вот, ребята, мне нужны инструменты, правильно. Мы идем в песок, чтобы получить способность, связанную с песком. Так, можно... Стой. Ладно. Вода чистая, вокруг полно интересных пещер. Я не умею проехать так же высоко, как ты. Но энтузиазм мне не занимать. Любое дело становится приключением, если делать его с энтузиазмом. Энтузиазмом. Окей. О, снова, видите, песок нужно раздребить. А-а-а, о, вон оно что. Может, здесь мне дадут способность эту? Приветствую тебя в моей кромной обители. Слушай, я тебя уже видел. Исследуешь это края, да? Тут как раз надо бы исследовать одно место, и так, лучшего духа для этого не найти. Я про Тихий лес. Я бы и сам пошел, но боюсь, там слишком неподходящая для меня погода. Дождь, пепел, смерть в воздухе и всякое такое. Так что сходи лучше ты, а потом подработок раскрашишь, ибо опасности тоже. Если поможешь, продам тебе любую карту с огромной скидкой. Так, я отмечаю на этих картах свои наблюдения. Хочешь взглянуть? Давай.
Так, отображать ячейки энергии, отображать ячейки жизни, отображать осколки. О, нихера, так они и по цене, слышите, очень такие. Хорошо, как-нибудь в другой раз. Не, приятель, это хорошая сделочка, слушай. Ну, слишком... недешево. Ты ж извиняй. Соточка. Так, здесь я все изучил, правильно? Правильно. Здесь песок, туда не попасть. Тут песок, туда не попасть. Мне нужно сейчас выбраться наверх. Поговорю с этим. Поговорю с этим, с этим, с этим, с этим. За задание мне платят. Это хорошо. No, no, please, no. No. No dead. Videos, no dead. Видео. 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 Хм. Oh. He leaves. He leaves, he leaves, he leaves. Блин, я понимаю, если бы скорость вращения бы зависела, но типа долгость от того, сколько... какое расстояние. Шустрее. Это ж время у меня. А, подожди, а я тут без совенка не пройду, да? Хорошо, что мы оба целы и невредимы. И к тому же нашли то, что искали. Ну или оно само нас нашло. Не впечатляя, не просто, но должно и признать, что я тебя недооценил. Если тебе понадобится моя помощь, только скажи. Хочешь изучить навыки? Давай. Подводное дыхание. Вы можете дышать под водой. Ну, в принципе, это... не хочу, ладно. Дело в том, что... да, это классно, но... быть начеку дух. Здравствуй, ты должно быть тот самый дух. Приветствую тебя в родниковых полях. Здесь славным. Горли гром стоит над домом, а Вера варит суп из болотных моллюсков. Он приятный и вкусный. О, вот этого я еще не видел, челика. Дали. Слушай, насчет этой ветки. Унеси ее отсюда подальше. Разве ты не видишь, это уже не древесина, а камень. Дерево, с которого взяли эту ветку, не селить. А еще камень так заразно. Мне как-то пришлось спалить половину клумбы, чтобы от нее избавиться. Унеси ее, пока зараза не перешла на новую жизнь. Хранитель древа, задание обновлено. Сообщите хранителю древа грустные новости. Сейчас сходим. Иногда я обожаю туда-сюда. Так, брожу туда-сюда, как-то раз мне довелось побывать у Светлых озер. Там очень красиво. Их можно увидеть, если разлезть на большие колеса за родников. Если забраться на самый верх и оттуда двинуться к западу. Скоро окажется у Светлых озер. Родниковые поля становятся все краще. Все благодаря Грому. У него талант к строительству и у нас к играм. Что, теперь там появился предмет? Ну скажите, ну почему здесь нету того, что я хочу? Ну вот же, здесь осколок. Ну здесь же осколок лежит. Ну вот он же.
На картинке же видно. Чё за бредятина? О, нихера, что я сделал? Хотя, может быть, там выше. Стой, кто идет? Никто не скроется от великого дозорного, то есть от меня. Я стою тут на случай, если появится охотница Крик. Она хочет съесть моки. И на суп из болотных моллюсков. Очень вкусно, кстати. Проходу... Проходи, дух. Опа, стопай, а где-то я? Опа, тут какой-то проходик есть. Подожди, а я могу... Походу нет, а? Лесу нужно убрать, потому что под лесой что-то по-любому есть. И я ведь это знаю. Повезло тебе, обычно за супом длиннющая очередь. Иногда аж до жилища грома дотягивается. Но супчик тут того стоит. Он такой горячий и наваристый. Веролом. Это пряности. Но откуда они у тебя? Они ведь растут только на скалах. Там очень опасно, а собирать их надо при полной луне. Зато с ними я смогу сварить самый вкусный суп из болотных моллюсков. Так, пряный суп. Вы нашли новые предметы из задания. Так, деликатес моки, приготовленный из болотных моллюсков. Ты мне, я тебе, задание обновлено. Найди только, кому нужно горячий обед. О, подожди, это ледяные горы? А, вот что это за место, я вас понял. Ау. Рели горячий. Действительно горячий. Да, а он сильный, слушайте. Чувствуется, ребят, что мне нужно все-таки будет вкачать способность огня. Мне тут делать нечего. Ну вот она. Вау! Горы опасные. Минус данных локаций то, что они... А, я понял, спасибо. Ну да, мне нужно типа способность огня. И чем быстрее, тем лучше мне как... Ну не огня, а... Ну да, и огня, чтобы размораживать, скорее всего. Ледяные территории. И магнит нужно будет прокачать. Точно, а чё я магнит не прокачал? Вот я глупенький.
Так, а я отсюда пришел, да, получается? А, нет. Окей. Почему ты используешь стрелу? О. Активировать пьедестал. А, то есть... Это просто гоночка? Ну давайте. Только откуда-докуда? Я врубился, хорошо. Стой, я не врубился, а где еще один? Ой, я что-то не туда, кажется, пошел. Короче, я затупил, поэтому я решил сдохнуть. Ледяные холмы. Да, тут по-любому огонь нужен. Для разморозки. Ну, я так думаю. Блин, shift, контр, минус пальцы. А как мне выгоднее было бы? Мне кажется, тоже вниз, потом наверх. Но я здесь выиграю, потому что я часто рывки делаю. Давай, раз, два. Да ладно, я не взял. Ладно, через верх сделаем. Изи. Но дело в том, что если бы я не тупил, я бы еще быстрее это сделал. А сколько за них? А, по 4, ну. Тогда логично. Я тебя отмечу. Вкусный супчик. А к этим я все равно, да, добраться не могу. Так, а что делаю с ТП? Сейчас мы к нашему этому отправимся. Человеку от дерева.
Ага, я понял. Пока что идем сюда, базарим с тем челиком. И отправляемся чуть-чуть туда. Наверх, в пустыню. Чтобы получить херню, чтобы уничтожить этот пистолет, потому что иначе никак. И как раз, да, эти же инструменталы, да, вот эти челики, которые. Питомцы. Поэтому да. Когда луна светила ярко, мои деревья не были чисто. Так, числа. Я смотрел, как они растут, а теперь ночь темная, а деревья у меня не осталось. Осталось лишь вот это, единственное семя. Да, семя последнего дерева. Не могу смотреть, как оно чахнет из-за упадока. Ты возьми его в благодарность за помощь, пусть и за опоздалую. Семя дерева. Вы нашли новый предмет для задания. Это последнее семя, что осталось у Ки, хранителя дерева. Слушай, так у нас же... Или это в другой части у нас было? Сейчас мы с вами отправимся немножко в пустыню. Типа, самое полезное, в принципе, это вкачать себе... Блин, ну, я все равно сейчас в пески пойду, а потом только куда-то. А, точно, я же еще сюда мог пойти. Так, 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 так. Что это такое? Какая-то песочная херь. Вию. Ну, в принципе... Бля, ладно. Я не могу просто понять, что это такое. Я могу только это пройти за счет того, что я буду получать сам урон. А, это отталкиваться я должен. Все, я понял, я сюда никак не пройду. Пока что. Я правильно понимаю? Бац. Но мы, так сказать, нелегальным путем с вами пробираемся, куда нам надо. Да и все. О, плюс осколок. Избыток. Вы получили новый осколок духа. С ним избыток энергии превращается в жизнь. И наоборот. Здесь... Так. Используем, нажмите Tab. Здесь стал активировать.
Но понимаете, в чем херня? Я так буду урон получать, а здесь мне нужно что-то иное, чтобы сюда именно это использовать. Типа я отсюда никак сюда не пролечу. Мне нужно всю полет и туда. А так у меня этого еще пока что нету. Хорош. Ладно, давайте тогда, думаю, на этом мы с вами закончим. В следующей серии мы продолжим путешествие. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.